Всем доброго дня! В эфире новости ММА. Майкл Бисминг не видит причин давать титульный бой Крису Уайдману. Я нокаутировал за 3 минуты Люка, а он выбивал из себя дурь на протяжении всего поединка, обратился Бисминг к Уайдману. Так с чего бы мне бояться тебя? Ты не получишь титульный бой после поражения. Только если твое имя не Чел Сонен, так что иди одержи победу, Крис. Недавно Джо Роган высказал свое мнение о Джонни Джонсе. «Я думаю, что Джон Джонс просто дикий ублюдок», — говорит Роган. «Думаю, это одна из причин того, что он очень хорош, но он также слегка повернутый тип. Думаю, ему нравятся тусовки, ему срывают на них башню, и он временами принимает неверные решения. В своей жизни Джон сделал несколько критических ошибок, и последняя — одна из самых больших его ошибок в жизни». Тяжеловес UFC Дерек Льюис на своей странице в Instagram объявил, что пройдет следующий бой против экс-чемпиона М1 в тяжелом весе Марчина Тебуры.